во Флориде возможно все, даже вот такая зима, даже обледенелые вот такие вот льдины, горы. А здесь часть парка с пингвинами, внутри горка. А пингвины, можно их прям посмотреть вот на вытянутой руке, бассейн с ними, как они плавают, посмотреть. А здесь есть кафешка, здесь вот сюда, когда я заходил, и играла русское радио. То есть она какая-то такая, то есть все страны, которые, видимо, покоряли Антарктику или что, к чему приурочено. Вот, и внутри, там температура минус сколько-то, не помню. Очень холодно, в общем, мы оттуда выбежали, потому что, ну, действительно очень холодно. И долго там не пробудешь. И вот насколько парк огромный и непознанный, так сказать. Я здесь уже, не знаю, шестой, седьмой, что ли. И вот в этой части не был. А здесь, оказывается, вот такое вот дело. Вот с ними здесь есть шоу. И вот они просто как в зоопарке. В таком шикарном месте находятся. Какой большой для них вот все-таки павильон сделал, молодцы. Тут тихий час животного. Такая вода прозрачная. Морские львы. Силс это... Котик. Вау, что их кормят-то? Дай мне покормить. А что тут такой ленивый стик? Итак, буду кормить. О, птица! Только глаза. Да, тут ситку, что ли?
Он прям это попросил. Кормежка еще своя проходит, природная. Заметьте, что даже волны им делают. То есть условия просто у них суперские. Класс. И вот опять кормежка. И вот что интересно, что вот эти вот котики, вот почему она отдельно? Потому что они не такие энергичные, как вот те вот Crazy Frog'и. И вот они время от времени прячутся сюда, здесь холодно, стекло, и вот отдыхают здесь. Вот. И вот эти... На шерсти у нее вот эти вот кругляшки, это она меняет шерстку. И к поздней весне она закончит этот процесс. И тут... Понеслись туда теперь, Надежда. Все это на фоне аттракционов горок.